один из посетителей канала на мое видео про уринотерапию так бросил интересное высказывание, что сейчас, мол, в 21 веке лучшие умы ученых разрабатывают лечение на уровне генома там. Вот, а тут какой-то охранник, я никогда не был охранником, а тут какой-то охранник, значит, шарлатан, пейте мочу из унитаза, обещает выздоровление и так далее. Ну, в первую очередь, я ему ответил так, если говорить о человеке, то надо хотя бы знать, кто он такой. Я так гордо ему сказал, я не охранник, я водолазом был. Естественно, мы все в наш научно-технический век доверяем вот таким вот современной вот этой вот медицине, которая этот лечит с генома. Но, как показывает практика, что-то этот геном особо не работает. И сослался на тех, кого уже давно нету, и где же эта хваленая медицина современная, которая лечила там с помощью генома и так далее и тому подобное. И причем не просто каких-то там заурядных людей, а людей, которые могут нафиг полмедицины этой купить. И толком они ничего не дали. То есть тут что-то не работает с этими геномами, лучшими учеными умами. И чтобы не уйти в лучший мир, как те, которые доверились геному и лучшим, значит, врачам, вот, приходится самим изучать свое собственное здоровье, как оно работает, на чем оно основано. То есть нам надо здоровье, а не геном какой-то там, понимаете. Мы из этого генома видим мышку, изучаем там какого-то жучка, а слона не замечаем. Из этого получаются вот такие вот результаты. И вдобавок я рассказываю о тех или иных средствах оздоровления, с которыми я столкнулся, которые имеются. Но это не значит, что я их рекомендую. Вот, насчет уринотерапии там. То есть я рассказал, что существует вот такое вот, что все это повелось оттуда. И примерно даже на современном уровне так попытался объяснить, а как это все-таки может работать. Вот поэтому за, будем говорить, за разного рода достижениями прослеживается такая вот вещь, что они как-то теоретически вроде должны работать и очень хорошо работать. Но на практике получается прямая противоположность. Поэтому имейте свой собственный ум и самых простых вещей, очевидных. Объясняйте самые различные явления, которые вас окружают в жизни.